Buonasera a tutti, я снова сегодня на оперном фестивале. Сегодня я смотрю «Тоску». Жаль, что сцена выключена, поэтому я не могу вам сделать четкую картинку, только зал. Народу не очень много, но все равно я счастлива, это последний мой день в Вероне и в Италии. Завтра возвращаюсь в Россию. Всем пока-пока. Я постараюсь сделать короткую съемку спектакля. Целую вас, мои дорогие. Бачу не амичи.
Buonanotte, miei dragi. Я прослушала тоску. Сейчас я иду домой. Спектакль закончился. Начало первого. Но народ не расходится. Кто-то идет домой, а кто-то идет в ресторанчике отпраздновать, наверное, хороший вечер. Я счастлива, я рада, что я сделала такое путешествие. Я всем желаю всего наилучшего. Завтра я вылетаю домой в Россию. Мои итальянско-баварские каникулы закончились. Бачиони амичи. Буонанотте.